похоже, я работаю. Угу. Сейчас мы все равно видео не получим ни от кого. В этом кабинете вчера находилось 3 или 4. Мирослав, 3 или 4 человека здесь вчера было? Я ушел, было 3, значит, да, получается? Трое. Здесь было 3 человека, когда произошло попадание в теннисный корт, и осколками побило здесь стекла. По счастливой случайности никто не пострадал и не погиб. А я как раз выходил на улицу, к счастью, шел по улице.